Привет, друзья! Павел Воля, российский телеведущий, стендапер, резидент юмористического шоу Comedy Club и киноактер. Развивая юмористический талант, артист добился международной славы. Сегодня его выступления ждут не только в России и СНГ, но и на Западе. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Павел Воля и сколько зарабатывает гламурный подонок. Павел Воля родился в Пензе 14 марта 1979 года. Информационные источники расходятся во мнениях, действительно ли Павел получил при рождении эту фамилию. Некоторые утверждают, что паспортное имя юмориста – Павел Александрович Воля. Другие уверены, что настоящее имя стендапера – Денис Добровольский. Сам артист объяснил путаницу тем, что начал творческую карьеру в Пензе под вторым именем Денис Добровольский. Именно эта фамилия является творческим псевдонимом. Но позднее Павел вернулся к настоящему имени и продолжил выступать как Павел Воля. Воля увлекался литературой, историей и другими гуманитарными предметами. Учителя вспоминают, что Павел участвовал в общественной жизни школы, организовывал дискотеки и еще в школьном возрасте начал играть в КВН. Воля окончил школу серебряной медалью, после поступил в Пензенский педагогический институт имени Белинского на факультет русского и литературы. Он продолжил играть в КВН, выступая за команду «Валеон Дасон», участником которой был также Тимур Родригес. После окончания института в 2001 году Павел Воля переехал в столицу. Еще в студенчестве Воля работал диджеем русского радио в Пензе, поэтому в Москве смог устроиться на радиостанцию «Хит-ФМ». На протяжении 3 лет Павел Воля жил в гражданском браке с Марией Кравцовой, телеведущей канала MTV, известной под псевдонимом Марика. Они познакомились на съемках Comedy Club, куда девушку пригласили друзья. Паре пророчили скорый брак, но в 2010 году Мария и Павел расстались. Позднее Павел в компании общих друзей познакомился с Лейсан Утяшевой. В то время у Лейсан умерла мама, и именно Павел подставил ей мужское плечо и помог пережить этот тяжелый период. Павел и Лейсан начали встречаться, но долгое время они скрывали свои отношения, пока весной 2013 года СМИ не поразила новость о беременности гимнастки. Как оказалось, пара сыграла свадьбу еще в сентябре 2012 года. 14 мая 2013 года у них родился сын Роберт. Сегодня в семье уже 2 детей. Через 2 года жена подарила Павлу дочку Софию. Еще один член семьи юмориста – это 20-килограммовый кот Бумер породы Мейн-кун. Воля с удовольствием фотографируется с котом и рассказывает о жизни питомца. В свое время Павел Воля озвучивал Масяню в популярном шоу на Муз-ТВ, писал сценарий для передачи Игоря Угольникова, а также работал ведущим ночного флирта на MTV. Своеобразным трамплином в творческой биографии артиста стало юмористическое шоу Comedy Club. Павел Воля открывал шоу, и выступление закрепило за ним образ гламурного подонка, который строил свою речь на оскорбительных шутках. Выступления Воли были настолько успешными, что Воля продолжил этот формат и в дальнейшем. Такое своеобразное представление гостей стало фишкой проекта Comedy Club. Практически каждая звезда, пришедшая на выступление, становилась объектом циничных, а временами и по-настоящему хамских шуток Павла Снежка Воли. Номера юмористов поставили его в один ряд с самыми знаменитыми резидентами клуба – Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым, Тимуром Батрудиновым и Александром Ревой. Нередко в своих выступлениях Павел касается политических тем, периодически выдает шутки про чиновников. Паша принимал участие и в других комедийных проектах телеканала ТНТ и Comedy Club Production. Вместе с Владимиром Турчинским он вел юмористическое шоу «Смех без правил» и «Убойная лига», где также позволял себе шутить над участниками. Параллельно с юмористическими телепроектами в карьере Воли начинают появляться съемки в фильмах. Первую роль в кино Павел сыграл в молодежном сериале «Клуб». В 2006 году он озвучивал Ципу Джо в мультфильме «Лови волну». В 2008 году он исполнил роль Тимы Милана в картине «Самый лучший фильм». В том же году в прокат вышел фильм «Платон», где Воля сыграл главную роль. Картина получила весьма сдержанное мнение критиков, но при бюджете 2,5 миллиона долларов собрала в прокате более 5 миллионов долларов, что можно считать успехом.
Павел Воля снялся в приключенческой картине «Вий-2. Тайна печати дракона», премьера которой состоялась в 2019 году. В мае 2017 года артист шокировал поклонников. Павел Воля упал со второго этажа во время передачи Comedy Club. Травмы юморист не получил благодаря многолетнему увлечению паркуром. Но, как позже выяснили журналисты, падение оказалось четко спланированной постановкой. Павел Воля в преддверии чемпионата мира по футболу стал участником акции Ивана Урганта в поддержку российской сборной и ее тренера Станислава Черчесова. Интернет-компания получила название «Усы надежды». Все желающие выкладывали в социальных сетях фото с нарисованными усами. После того, как россияне вышли из группы, Павел выложил пост, в котором с уважением высказался в адрес российских футболистов и пообещал больше не обращаться к ним со сцены в негативном ключе. У Воли есть свой канал на YouTube, куда артист выкладывает видео с концертов, музыкальные клипы, записи своих выступлений в Comedy Club. Артист живет в напряженном гастрольном графике, периодически появляется с концертами в крупных городах Европы, а также США. В 2016 году Воля стал телеведущим авторского юмористического шоу «Импровизация». На экране участники не репетируют номера. Вместо репетиции актеру шоу устраивает живые выступления. Полностью импровизируют, все снимается одним дублем. Номера не переснимаются, даже если об этом просят звездные гости. Впоследствии Павел начал серьезную музыкальную карьеру. С 2007-го появились альбомы «Респект» и «Уважуха». Чудеса случаются. Особенно любовь слушателей завоевали хиты «Все будет офигенно», клип, который несколько месяцев держался на верхах позиций телевизионных хит-парадов, «Продвинутые города» для шоу «Наша Раша» и «Маме», в которой снялись практически все известные участники Comedy Club. В 2019 году прогремел очередной скандал, когда в одном из выпусков Comedy Club Паша высмеял кандидатуру Марии Лиман на пост пресс-секретаря ростовской администрации. Девушка занимается модельным бизнесом и выкладывает пикантные фотографии в социальные сети. В том же выпуске шоумен обсудил и других представительниц мэрии города, которые выкладывали довольно пикантные и откровенные фотографии в Инстаграме. Его выступление вызвало недовольство у депутатов городской думы Ростова-на-Дону. Представитель партии «Справедливая Россия» Анатолий Котляров и вовсе предложил подать на комика в суд. Осень 2020-го началась с интересной премьеры. Паша стал лицом интеллектуального шоу «Двое на миллион». Павел Воля уже несколько лет входит в список самых состоятельных юмористов, да таких, что нам и не снилось. За 2019 год шоумен заработал 2,5 миллиона долларов. Известно, что Воля не только выступает в Comedy Club, но и с 2005 года является владельцем пакета акций Comedy Club Production. А главным показателем состояния звезды являются его Bentley, Hummer, BMW X6 и его недвижимость. Еще будучи начинающим шоуменом, Воля приобрел квартиру в элитной новостройке в районе станции метро «Динамо». Вскоре после свадьбы Воля и Утяшева обзавелись таунхаусом на Новорижском шоссе. Соседкой популярной пары стала Ксения Собчак. В 2019 году стало известно, что Павел приобрел элитную недвижимость на Рублевке стоимостью 27 миллионов долларов. Также у семьи имеются трехкомнатные апартаменты на Павелецкой набережной и квартира в жилом комплексе Тунцево, которые на сегодняшний день сдаются в аренду. Воля входит в первую сотню рейтинга «Самые богатые звезды российского шоу-бизнеса». В СМИ нередко появляется информация о том, что Павел владеет недвижимостью в Барселоне и Майами. Пара частенько посещает солнечную Испанию и радует подписчиков соцсетей сочными снимками. Поэтому многие считают, что Воля имеет в собственности европейское жилье. То же самое касается и Майами. Именно здесь Лисан родила сына и дочь, которые, скорее всего, по праву рождения являются гражданами США. Если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!